Так, это уже другое видео. Привет. Здесь табличку Весты что-то было написано. А чего Весты, не знаю. Гостиница, может, какая? Да, похоже на гостиницу. Сейчас прочитаю с той стороны. Немножко отъедем. Мы здесь остановились опять, что ли? Остановка здесь. Да, светофора нет, наверное, ждем туристов. А, Виена Виста. Мотор Ин. Ну, что-то еще там было. Франциско Бэй Ин. Ну, гостиниц много очень. Мотелей. Такую парковку придумали. Так, это гостиница Comfort Inn. Чайна-таун тоже будем проезжать. Я так думаю. Немножко стало припекать, хоть и на небе тучи. Так, это опять Ин Ван Несс. Написано вот синеньким. Залив виден. И воздух сразу такой океанский. Галилео гимназиум. 1925 год. Наш автобус. Я вот за той черной полосочкой в середине. Так неожиданно он приехал. Я не могла его вам заснять. Снаружи и так, как заходить. Деревья цветущие красным. Вон они, сейчас приближу. У меня глаз болит, вот этот правый. Может, зря я так снимала. Как бы мне потом не пришлось лечить его. Так вот недолго и без глаза остаться. Написано полк. Да, глаз болит. Чародыли.
Уже 12 час. 20 минут 12, если они правильно идут. Ну, насколько я знаю, все часы правильно идут. Отель мрет. Так, дерево подстригают. Там он работает. Вот они, по-моему, цвели так красиво белым. В конце мая, начало июня, даже до середины июня. Хаят Центрик, это, по-моему, тоже гостиница Хаят. Вон, кстати, автобус, вон он. Немножко другим маршрутом едем. Ну, не сильно так он отличается. Starbucks кафе. Trady Joe's. Гудвилл. Мы здесь проезжали. Я не имею в виду сейчас, а в то первое мое видео, когда мы ехали на Пьер 39. Стоктон. Это улица Стоктон. Ну, написано было. Но я знаю, это город еще такой есть. Бэй Стоктон Ист. Потому что я на какого-то блогера американского напоролась. И вот там он показывал Стоктон. Ну, улицу показывает, молчит. Там иногда появляются какие-то надписи. Не, ну я читаю эти надписи, там кое-что понимаю. Дождемся мы ли мы эту кривую улицу? Вот в чем вопрос. Или мимо проехали уже?
башни, вот там наверху. А если внизу, так это вот там, откуда откуда в Алькатрас отъезжает этот. А, вот ферри проезжаем тоже. Кстати, если будем проезжать, останавливаться там, где этот, где моя остановка, то я выйду, поеду домой. Да, вот Пьер 33, Пир. Но все равно слышится как Пьер. Пьер. А, вот так они как-то говорят. 33, и вон там, с правой стороны, вот где красный автобус стоит, туда дальше, вот вход туда, чтобы это на паром этот, в Алькатрас. Ну вот я использую вот эти вот два билета, которые у меня были на Smart и на Ferry. И больше у меня билетов нету, может быть, и не буду даже покупать. А, мы туда не поедем. Рано я обрадовалась. Ну, остановка там была, Пьер 39. Это Пьер 30, Пьер 35-й. Надо было вот когда ехали по мосту и холодный ветер, и вот надо было это глаза зажмурить, наверное. Что-то я не подумала о том, что это может быть очень серьезно и опасно для здоровья. И вот сейчас Пир 39 будет пир. Написано Пир 39. Аквариум Озабы. Вот тот мост, по которому я тогда шла, наверное, все-таки прикреплю я этот то видео. Мои соседи впереди, они оборачиваются на бомжа, там я его не снимаю. Он справа от меня. Сейчас он будет его фотографировать. Ну, там видно, этот с головой не в порядке. Я не показываю. Ну, я могу рассказать. Он положил туда в мусорку банку. Стоял, что-то стал руками показывать, там разговаривать, наверное. У него на голове такая шевелюра. Вот как бывают вот эти вот папахи. Борода, одет очень так, такая очень полинялая куртка, естественно, грязная, серая, черные брюки, хорошие кроссовки. В принципе, им одеться здесь проблемы нет, наверное, потому что очень много одежды же выбрасывается, хорошей причем. Так что бомжи, они могут одеваться в Левайс, там все стирать не надо. Поносил, выбросил, новый одел. Ну, в смысле, не новый. Ну, в принципе, и новые тоже сдают. Так, вот здесь вот аквариум Б, и там наверху эти фигуры. Ну, это не фигуры, а барельефы. То есть не барельефы, я все время путаю, бюсты. Бюсты. Вот это Пьер 39. Ну, это маршрут такой здесь. Так пахнет здесь. Ну, хорошо пахнет.
Hard Rock Cafe. По-моему, мы там были. Ну, в них заходить, в эти кафе, это только зря деньги тратить. Потому что ничего особенного там нету, что дома нельзя приготовить. Там один кусочек лосося принесут и полусырые брокколи, это будет $50. Ну, тогда, в 2013 году это было. Потому что я когда приехала, не знала же. Я бы уже тогда экономила бы. Я сейчас приближу. Вот женщина бежит, это, наверное, на наш автобус. Вот что-то она уронила, по-моему. В общем, надо еще, наверное, билет не потерять, чтобы на другой сесть. Показать, наверное, надо билет. Я не знаю, потому что я же не выхожу. Да, здесь остановка на Pier 39. Если кто захочет покататься на таком автобусе, то можете здесь сесть, вот здесь вот прямо. Вот тот магазин, через который я, по-моему, проходила тогда, когда, чтобы тюленей показать. Тюленей, чтобы показать. Сзади просто женщина усаживается и громко кричит, поэтому я повторяю. И мне кажется, если иметь $59, ну не 56, там я ошиблась, $59, то... Ну, здесь флаги. Или это лояльность, или это, может быть, владельцы, или, может быть, там одежда такая специфическая. Так вот, $59 наличка, если иметь, наверное, зайти водителю заплатить, я не знаю вот этого. Нужно ли покупать билеты онлайн или можно кэшем заплатить водителю? Но у него есть аппарат, которому он билеты выдает. Правильно, без билета никуда. И вот здесь вот на бут мы садились. Просто прогулка по заливу, там около Алькатраса и под мостом Голден Гейт. Так, ну летом вот так здесь красиво. Или на эти, как это, штурвал морской, как же он называется-то? Вот еще автобус Big Bus, вот я его издали показываю, сейчас я его приближу. Вот у нас такой же автобус. iHop. Это фаст... Ну, нет, это не фастфуд, наверное, iHop. Тоже ресторан. Вот люди сидят, там официант, чаевые надо оставлять. Так, сейчас приближу. Так, Pier 39 посмотрели, я сейчас буду отключаться, и уже будет следующее видео. Так, вот здесь опять надо развернуться, и здесь машинка стоит, и вон там вон она, не сдвинется с места. Спасибо всем, кто поставил лайк. Пока.